Всем привет! С вами канал Артмания. Вчера вечером я вот рисовала наконец-то. Ой, сейчас на самом деле очень сложно. Я не знаю, я и рисовать хочу, и шить хочу. И времени нету. Я не знаю, что я больше всего хочу, но рисовать прям мне больше, наверное, понравилось вчера. Это мне ближе. Так получилось. Это выйдет отдельным роликом. Вот, вернее, он уже вышел. А этот влог, конечно, попозже выйдет. И сейчас мы с Димочкой собираемся на улицу. Сейчас покажу. Так, вот наш столик. Это теперь мой, вернее, Димин, ну и мой тоже пеленальный столик. Это обычный такой вот стол, который превратился в пеленальный. Мне очень удобно то, что он... Ну, короче, удобно очень пеленать Диму. Я его здесь сложу, одеваю там то все. Ну и вот мы собрались на улицу одеть такие вот штанишки. Его джинсы я постирала вчера, потому что мы вчера гуляли, он лазил по траве. И вот здесь вот коленки все в траве, все испачкались, я их постирала, и они за ночь не высохли, потому что у нас отключили отопление. Второй или третий день, я уже не помню, у нас нет отопления и нет горячей воды. У нас текет только холодная и прохладная. Вот, ну такая чуть теплая. Вот, поэтому вот нашла сейчас другие штаны. Они, может быть, немножко великоваты. Вот здесь вот я нашла подтяжки, которые я покупала за 100 рублей, кстати. Первый раз я их увидела за 150. Ну, что-то мне стало жалко 150 рублей. Вот, а через пару дней пришла, они уже за 100 рублей продаются. Такие вот, кстати, с Маугли. Я помню, как я в детстве мечтала майку какую-нибудь с Маугли, какую-нибудь еще. Ну, ничего в нашем детстве не было такого. Вот они регулируются здесь. Подлиннее, покороче. Надо было несколько взять. Здесь вот под кожу что-то, наверное. Ну, не кожу, конечно, нет. Вот, ну, весьма нормально. Посмотрим, может, надо будет еще купить. Колготочки оденем. У нас, кстати, 20 градусов. Но вчера мы выходили. У нас был сильный холодный ветер. Такой прям пронизающий. Даже я немножко замерзла. Вот, носочки чистенькие. И кофточку. Мы оденем куртку немножко тепленькую, потому что Дима замерзает. Поэтому я одену только вот такую вот кофточку. То есть под нее обычно такие вот маечки, которые одевают детям. Я не буду одевать, я не хочу ребенка приучать к таким маечкам. Я сама терпеть не могу, допустим, там под основную майку летом там одевать еще какую-то майку. Мне всегда жарко. Хотя бабуля говорит, что это правильно, так должно быть. Должна быть какая-то майка, которая прилегает к телу. Там что-то она делает, уцепляет или не знаю, короче. Я никогда не одеваю, мне неприятно. Я не хочу приучать ребенка одевать еще какие-то там майки. Вот. Поэтому я не буду. Может быть, зимой еще и одену ему. Вот. Куртка и так будет достаточно тепленькая. Такая непродувайка. Поэтому вот только такая. Вот, сейчас мы будем одеваться. Что ты меня тут вынул? Так, значит, штанишки, да, колготки, носки, подтяжки. Подтяжки сверху, кофточки. И все, да. И потом я буду одеваться. Ну и памперс, конечно. Как же без него. Вот, у нас Хаггис в этот раз. А вот смотри, залезь сюда. Смотри, какой тут домик. Дима, смотри, какой тут домик. Домик какой, домик? Смотри. Домик, домик и крыша есть. Только не упади, смотри. И крыша есть, да? И столбики даже есть. Все, залезь, походи. Ну идем, Дим, наверх поднимемся. Идем. Вон там лестница, идем. Там залазишь? По лестнице идем. Ой. Вышли лестница, мы на улицу. Че? Тут взрослый не залезет. Стой, стой. Че, ты ногу не подымешь? Стой. Стой, а, это может быть одну. Да, слушай, она высоко. Тут вообще не одну утащили, тут что ли? Можно. Тут маленьким нельзя. Тут нельзя маленьким. Ну, дальше-то точно вам нельзя вот здесь проходить. Нельзя.
нельзя. А больше нету, кстати, лестницы. Это уже для больших детей. Да, здесь нет. Здесь идем спускаться. А, ну ты вместе с ним садись на попу. Все, он теперь будет. Нет, Дим, отсюда идем кататься, отсюда идем. Это для больших детей. Это, наверное, после 3 лет. Давай, 4. Ужасно. Есть счеты. Счеты есть. 1, 2, 3, 4. А, все. А вон лялька, гуляет маленькая. Это не трогай. Смотри, вон лялечки и коляски гуляют. Ну, все такая брошенная. Там еще есть площадка, да? Смотри, куда наступаешь. Брошенная такая. Здесь уже никто не гуляет. Здесь тоже горка есть. Вон там вон есть качели. Идем вон там на качели. Все расписано. Лес маленький, здесь лавочка. Какая классная. Можно сидеть вот так вот летом, выйти, книжку почитать. Да, правда, песок здесь. Резко плохо едет по песку. Ну, грязь немножко. А я думала, тут тропинка. Тут не тропинка. Да. Ой, грязная. Фу-фу-фу-фу. Идем. Они грязные. А, вот тут, по-моему, асфальт, вон тропинка была когда-то. Сейчас я когда там какая-то яма. А ты, наверное, еще ни раз не была. Следы наши. Ты куда? А я туда, Дим. А, следы. Нет? Камень, сейчас ты спотыкнешься. В свободном плавании, если сегодня у нас, да? Куда хочу, туда иду. Здесь летом, наверное, классно. Да? Мама. Мама. Пошел мама, да? Что, он взял в рот ее, что ли? Нет? Мама. Мама. Какие деревца здесь классные. Хорошо. Качели освободились. Идем на качели. Здесь качели освободились. Идем покатаемся. Вот наши качели. Там все собачки. Хочешь, что ли? А я зачем смеется? Утащила. Ой, как баба пошла, пошла. Тык-тык, тык-тык. Иду, бегу, иду. Теперь ты хочешь? Ну давай, только тебе не хватит столько ног. Столько ног? Такой ширины ног. Вот, держись. Да, скажи, что-то я как-то это не готов, скажи, к такому повороту. Пойдем дальше посмотрим. Тренажеры какие. Тренажеры. А это вот, наверное, тянуть на себя двумя руками. Садишься, а, сидя, да. Садишься, вот они. И тянешь, вот, сидя. А там, наверное, подтягиваешься. Это, Ань, пресс. Ложишься? А, точно. Это не для детей, короче, площадка.